Привет, друзья! Это канал Heavy Metal Gym. Мы начали с вами тренировки медленных мышечных волокон. Провели всего две. Я думаю, вы уже чувствуете, насколько вы надуваетесь, какой мощнейший пампинг вы получаете. Если кто-то думает, что есть какие-то генетические пределы, то потренировавшись на медленно окислительные мышечные волокна, вы понимаете, что нет никаких генетических пределов. Пределы, ребята, только в нашей голове. Только мы сами можем ставить себе пределы. Конечно, если кто-то качается на фармакологии, а кто-то в натуральную, тот, кто на фармакологии, будет всегда на шаг впереди. Но по духу, по стержню, по внутренней силе, ребята, вы намного сильнее любого химика. Никогда не сомневайтесь сами в себе. Никогда не позволяйте никому зародить вас зерно сомнения. Просыпайтесь на позитиве с радостной мыслью о том, как вы пойдете в зал и будете ворочать эти горы железа. Кушайте хорошую натуральную пищу, получайте удовольствие от жизни, получайте удовольствие от тренировок. Это самое главное, самый главный совет. Мотивация, она не снаружи. Мотивация не то, что вы смотрите ролики, как качаются профессионалы, заряжаетесь на 5 минут, идете в тренажерный зал, пока доходите, у вас пропадает эта мотивация. Мотивация, друзья, только внутри. Нельзя черпать мотивацию нигде, кроме как из своих внутренних резервов. Задумывайтесь об этом. Думайте о том, как правильно тренироваться. Изучайте информацию, которая есть. Информации море. Думайте головой. Это очень хорошо, что много информации. Это заставляет вас развиваться не только физически, но и умственно, ментально и духовно. Думайте, тренируйтесь, ешьте, отдыхайте. Всем пока, увидимся в следующий раз.